Дорогие друзья, всем привет! У меня продолжаются весенние покупки, и на этот раз это будут джинсы. Давно я себе не покупала джинсы, наверное, лет уже 10, так как мы купили хорошие, и, собственно, они хорошо носились, поэтому, но, увы, много слов сказала паразитов, ну, бог с ними. Вот, сегодня будут две пары джинс, которые мы купили в магазинах в нашем городе в Королеве, поэтому, собственно, рассказывать о самих магазинах я не буду. Расскажу о моделях джинсов, и мы немножко поговорим о фирме, производителе, что мне подошло. Фигура у меня достаточно такая непростая, талия узкая, в бедрах тоже достаточно узко, а ноги плотные. И сзади тоже все имеется. Икры, ляжки. Вот. Поэтому модели не подходят не все. И, соответственно, фирмы я перемерила очень много. Начали мы с таких обычных магазинчиков простых. Ну, скажем так, дешевеньких. Вот. Но ничего не дошло. К сожалению, внизу узко. Наверху все это болтается. Вот. И первая модель, которую я хочу рассказать, это Calvin Klein. На самом деле фирма. Джинсы длинные достаточно получились, и размер немножко мне великоват, вот, в талии, но мне очень было в них комфортно. Решила, что я их все-таки себе оставлю, может быть, чуть-чуть подошью, а может быть, буду носить с каблуками. Так, рост у меня 1,70 м, объемы 72 90. И я взяла размер Calvin Klein-овский. Сейчас я вам найду. Да, 29 я взяла. Это джинсы стрейч, но вот, к сожалению, 33 длина для меня великовата. То есть хорошо 32, а 33 немножко великовато. Вот цвет такой вот синенький, чуть-чуть потертый, хотя я не особо люблю эти потертости, но они сейчас все потертые. Вот. Стоили они 1500, то есть такая средняя цена для джинс. Качество, в принципе, хорошее. Материал тянется. Вот. Но я взяла так, чтобы мне не прям в обтяжку, прям впритык, чтобы врезалось, а чтобы было комфортно. На работу ходить самое то. Вот такие они достаточно простенькие, без всяких заклепочек. Вот, без всего. Вот только надпись здесь вот Calvin Klein, да, логотип стоит. Вот. Джинсы абсолютно прямые, то есть они не зауженные к низу, но смотрятся очень хорошо, то есть на ноге. Конечно, мне небольшая кривизна ног, скажем так, от колена идет. И они, конечно, это все показывают, но не критично. Не так, чтобы я прям ужаснулась. Я, конечно, больше люблю клёш. К сожалению, клёш я в этих магазинах не нашла. Вот. И за клёшем поехали мы в другой магазин. Вот. Клёш мы взяли фирму Пантама. Пантама это потоньше чуть-чуть. Вот. Кто-то их ругает, кто-то наоборот хвалит. Не знаю, как будет носиться. Честно говоря, это первые мои джинсы Пантама. Вот. Но серия они просто идеальны. Значит, размер здесь 27, но тоже они длинные. 34 у них длина. Но я собиралась, в принципе, носить с каблуками. На каблуках очень даже хорошо. Но я была удивлена. Обычно я ношу 28-27. Как-то это было очень-очень приятно. Вот. Сели просто великолепно. То есть и здесь, и здесь, и здесь, везде. Ну и, соответственно, клеша я очень люблю. Он чуть-чуть расклешен. И прям не сильно, но вот чуть-чуть тут клеш. Вот, естественно, что в клешах ноги у всех ровненькие. Вот, это я говорю тем, кто не знает. Вот, здесь цвет такой, он чуть-чуть отличается, да? Здесь более такой насыщенный синий, а здесь более такой жухлый, скажем так. Вот, тоже они простенькие. Вот, чтобы можно было всякие аксессуары добавлять, мои любимые, красивые. Итак, не сказала цену. Цена у него, конечно, запредельная. В принципе, Пантама запредельная, но так как мы подошли в магазин, там была распродажа, нам они достали за 2800. А так, мне сказал продавец, что типа там 4,5-5 для них самая цена. Не знаю, может быть, за то, что они садятся прям идеально, за это цена, но
Да, действительно, они прикольно сели. Причем сели сразу. На меня, в принципе, очень сложно подобрать. Я настолько довольна, когда вот на меня садится какая-то фирма. Вот. Очень довольна. Ну, вот, наверное, и все. О том, как они будут носиться, я вам расскажу в следующий раз. Могу вам рассказать сегодня еще о том, как я носила джинсы какой фирмы. 10 лет прослужили мне. Сейчас, секунду. Вот они, мои любимые, светлые. Фирма Super Flare написано на них. Тут даже 26-34 размер. Ну, 26 это прям совсем впритык. Вот. Джинсы тоже были качественные, дорогие. Тоже клёш. Большой клёш. Сидели просто супер, ну, к сожалению, уже порвались. Только на дачу ходить и ездить. Ну, я была очень довольна ими. Джинсам 10 лет. 10. Вот можно из недостатков сказать, что здесь вот уже начала одна отрываться лямка. Причем вот с этой стороны здесь тоже я все дергала. Обычно я очень люблю вот так их подтягивать. Как видите, все крепко. Одна не выдержала. Увы, и ах. Вот. И, собственно говоря, протерлись они, ну, как всегда, в том месте, где протираются джинсы. Вот, скажу небольшое такое аналитическое отступление. У меня были джинсы, которые начали по шву вот здесь тереться. Как видите, здесь швы все в прекрасном состоянии. То есть именно вот здесь уже от старости. Вот, просто от старости они лопнули. То есть это не шов даже лопнул. Швы все в прекрасном состоянии. Вот и все на сегодня. Надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!